Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет, с вами Альфия Баталова и медиа-репортаж на телеканале КМА. У всех у нас, у современных людей, есть одна большая проблема. Мы все с вами не высыпаемся. А вы слышали такую фразу «На том свете выспишься»? Правда, она звучит страшно. Но давайте выясним, можно ли выспаться на этом свете комфортно. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Меня зовут Неджат Соколяк, я работаю как интернациональный директор продажи и маркетинга Цептер Интернационал. Сегодня я здесь и как гость, и как хозяин, знаете, потому что со сентября месяца я руковожу со страной Казахстан, что касается продажи и маркетинга, как и со другими странами моим, как Эстония, Литва, Латвия, Польша, Украина и Белоруссия. А что сегодня вы представляете? Вот расскажите об этом. Но я хочу первое сказать, что мы сегодня начинаем отмечать наш день рождения. Значит, в этом году Цептер Интернационал Казахстан отмечает 25 лет работы. И мы приняли решение, значит, в этом году у каждом нашем городе, где находится наш бюро, сделать встречу с нашими сотрудницами, подводить итоги, награждать самые лучшие. И, значит, представить нашу новую коллекцию. Значит, мы это начали в этом году от Октаву. В Октаву мы встречались 26 и 27. Значит, здесь мы сейчас у Алматы, потом идем в Шымкент. И так у всех наших 20 городов Казахстана, в которых находимся. Это очень здорово, но вы мне скажите, пожалуйста, что делает здесь вот эта постель? Да, значит, это не постель, просто это умная система для сан. Значит, знаете, как люди говорят, значит, хороший день начинается с ночи. Если человек хорошо выспался, если спит на хорошем натуральном продукте, тогда он можно хорошо выспаться. А если не имеет хороший матрац, знает очень хорошо, что более 1/3 жизни мы проводим у спальной. Так что надо поспать на хорошем экологическом матраце, например, как наш фирме Цептер. Значит, это наш новый бренд Кваномед. Значит, это натуральный матрац от натурального латекса. Значит, это су натуральные подушки, это су натуральные, значит, на матрасницы и так дальше. Скажите честно, вы высыпаетесь? Честно, нет, не высыпаюсь. Ложусь в часа 4, а просыпаюсь в часов 10. 6 часов это мало. Что вам мешает? Мне мешает, наверное, моя несобранность и образ жизни, потому что я фрилансер, а фрилансеры, они как-то, у них нету вот этой собранности. И поэтому нет, я не высыпаюсь. А как вы думаете, на этом свете вы выспитесь наконец-то? На этом точно нет, и это мой девиз. Высплюсь на другом, на том. Скажите честно, вы высыпаетесь? Нет. А что вам нужно для этого? Больше времени в сутках. И как вы думаете, вы выспитесь на этом свете? Ну да, я надеюсь, что все-таки я сделаю это чуть попозже. А что вам поможет? Осуществленные все задуманные планы. Когда-нибудь я это сделаю, и вот потом высплюсь. Успокоюсь и высплюсь, да? Да, это однозначно. А вот такой каверзный вопрос. А вы сами спите на этом матрасе и на подушке? Нет, к сожалению, не сплю. Еще буду спать со 1 марта. Потому что это вообще наша новая система. Значит, и мы ожидаем поставку как у Польши, так и здесь, концем февраля месяца. Я от этого момента буду спать на ему. Получается, сейчас вы не высыпаетесь? Что? Вы сейчас не высыпаетесь? Знаете что, я имею похожий, хороший матрас из раньше. Я купил еще 15 лет назад матрас, который тоже качествен. Не можно сказать, что нет. Но наша система сейчас еще лучше, потому что не существует ненатурального материала. Мы можем попробовать здесь, это здесь есть, уже и у сали, и здесь наши матрасы, так что можете вы попробовать тоже. Вы мне предлагаете прилечь? Почему нет, попробуйте, 5 минут полечь и будете почувствовать. Давайте. Да,
Хорошо? Пожалуйста. Свободно. Свободно можете прилечь. Мне прямо не по себе. О, очень приятно. Присаживайтесь рядышком. Да, я вам говорил. Вы гарантируете, что я моментально усну на нем и буду высыпаться? Я думаю, что да. Потому что матрица имеет 7 зон. Значит, и точно есть сделана такая зона, чтобы каждый час тела была нормально. Если видите, значит, что есть проблем, почему человек не может выспаться. Если человек лежит на матрацу, который не хорошо за его спину, тогда он и не высыпается. Значит, спина должна быть ровненькая, а не так, чтобы пошла. Значит, если мягкий очень матрац или если очень твердый, она может быть не такая, как надо. Надеемся, мы все станем намного здоровее и будем высыпаться. Спасибо вам. Ну, обязательно. Значит, цептер всегда дает больше. Цептер я начал от здорового питания под номер один. Значит, наша миссия здоровья, начала от здорового питания. Потом мы еще 1996 года начали заниматься со светлотерапией Биоптрон. Значит, чтобы избегали лекарства. Потом мы где-то 98 года начали пить чистую воду, когда мы поняли, что на планете не существует чистая вода. А потом мы поняли, что человек должен дышать чистый воздух. Вы знаете, здесь в Алматы какой грязный воздух есть. Мы имеем систему за очищение воздуха, чтобы все чувствовали так, как на горе. Так что и сейчас еще мы поняли, что всему этому не хватает здоровый сан. Потому имеем Quanomed бренд. Вы прямо большую миссию выполняете. Спасибо вам за это. Очень большую миссию выполняем. Значит, мы на сегодняшний день имеем более 80 миллионов клиентов, которые правильно питаются. Анар, признайтесь, что вы выбираете? Классический пух или что-то новенькое? Кстати, из чего сделаны ваши вот эти вот подушки, матрасы? На самом деле наша продукция уникальна. Наши матрасы – это 100% оригинальный натуральный латекс. Мы разрабатываем систему таким образом, что не убиваем деревья, не убиваем никаких лесов, просто делается надрез в коре дерева и собирается сырье, молочко. В каком дереве, где? Дерево называется гивея. Они произрастают в джунглях, и это просто экологически чистый продукт, на котором вы можете спать. Это все равно, что если вы будете спать где-то в лесу. И этим наш продукт особен. А там не водятся жучки какие-нибудь? Это как-то вызывает, может, аллергию? Нет, кстати, вот да. Он как экологически чисто производится, так же и для использования тоже считается экологически чистым. В латексе не могут заводиться пылевые клещи, микробы и так далее, клопы. Вообще просто натуральный латекс, никаких пружин. Это вообще полностью натуральное сырье. Скажите честно, вы высыпаетесь? Да. Высыпаюсь. Благодаря чему? Ну, наверное, я настраиваюсь на сон, во-первых, и свой ритм располагаю, когда мне спать, когда мне удобно. Я могу между перерывами где-то минут 10-15 выспаться, а потом и полноценный сон. Получается, вы высыпаетесь на этом свете? Да, высыпаюсь. Вау, а на чем вы спите? Ну, я, когда была, наверное, молодой, мне подарили матрас, который ортопедический. Он ровный, гладкий, на нем я высыпаюсь, практически себя, наверное, не совсем, конечно, сейчас вот неуютно, а в молодости было уютно. Наверное, надо поменять матрас. Получается, от того, на чем мы спим, многое зависит. Конечно, конечно. Действительно, если у тебя матрас хороший, где ты можешь выспаться, где он располагает к сну, наверное, и сны хорошие, и сон хороший, и бодрость, и настроение, от всего зависит.
А люди какого возраста могут использовать это? Вообще абсолютно любого. У нас есть даже линейка детская для бэбиков, поэтому абсолютно с рождения, как после роддома привезли малыша новорожденного, вы можете приобрести этот матрас и сразу положить новорожденного на это облако, так скажем, и ваш малыш будет наслаждаться. Я тоже хочу наслаждаться. А сколько можно пользоваться этой продукцией? На самом деле, как такового периода использования нет, но наши матрасы очень долговечные. Они проходили клинические испытания, массу, так скажем, тестов и показали очень хорошие результаты. У нас также имеются сертификаты международных организаций, поэтому вы можете быть уверены в качестве нашего матраса. А как тестировали? Кроликов усыпляли? Нет, тестировали, подкладывали яйцо, сырое яйцо, накладывали пресс, и после этого доставали яйцо абсолютно неповрежденным, да. То есть настолько, понимаете, натуральное сырье. Как мило. Но я думаю, ни один кролик не пострадал. Да, ни один кролик не пострадал. Хватит спать. Сколько можно спать? Держите микрофон. Спасибо. Хватит спать. Спасибо. Мне приснилось, или мы все-таки побывали на презентации компании «Цептер», где мы выяснили, можно ли выспаться на этом свете. Да, оказывается, можно, если окружить себя комфортными аксессуарами. С вами была Альфия Баталова. И медиа-репортаж на канале КМА. Сладких снов! Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж.